Представители общественной палаты и общества инвалидов округа посетили зеленую зону Видновской районной клинической больницы. Гости пришли не с пустыми руками. На фоне известий из Украины новости о распространении коронавируса отошли на второй план. Но врачи продолжают борьбу с болезнью, им по-прежнему необходима помощь и поддержка. Председатель Ленинского отделения общества инвалидов Наталья Рящина и заместитель председателя общественной палаты муниципалитета Людмила Лернер вручили врачам термопоты. Благодаря этим устройствам в нескольких отделениях ВРКБ всегда будет горячая вода для приготовления чая и кофе. Их для врачей приобрела организация «Газпром» в НИИГАЗ. Когда я объявила, что еду с подарками, которые нам предоставило издательство АСТ, и мы решили самым маленьким пациентам нашей больницы сделать подарки. И они попросили от них тоже передать подарки – термоподы, которые просто необходимы медработникам. И мы с удовольствием сегодня это сделали. Поэтому большое спасибо «Газпром» и «НИИГАЗ», руководству, сотрудникам. Действительно, также гости привезли с собой множество подарков, которые пригодятся маленьким пациентам. Как известно, сейчас ВРКБ работает в качестве ковидного госпиталя, и педиатрическое отделение в нем не функционирует. Но однажды, и все надеются, что очень скоро коронавирус отступит, и эти красочные книжки и игрушки будут очень кстати. Надеемся, что у нас будет детское отделение. Очень надеемся на это. Поэтому большое спасибо от будущих деток, которые к нам придут, за такие подарки. Подарки для малышей будут храниться на складе ВРКБ до лучших времен, а термопоты уже кипятят воду для врачей.